Привет! Меня зовут Арсений Мельников. Мы с командой запустили API и магазин приложений. Дополнительные опции к Dodo.js. Да, нам понадобился собственный App Store. 11 лет мы сами разрабатывали Dodo.js, в то время как сеть росла огромными темпами. Мы перестали успевать, потому что строили закрытую систему. Сеть Dodo развивается благодаря инициативе, энергии партнеров, благодаря их командам, клиентам. Все вовлечены. Dodo.js может развиваться по тем же принципам. Открытость, партнерство, возможность повлиять и внести свой вклад. Большая энергия комьюнити может ее развивать. С помощью API мы сделали Dodo.js расширяемым. Внешние разработчики и партнеры, независимо от нас, создают десятки решений. Теперь уже мы не успеваем их считать. API — это точки интеграции. Чем их больше, тем больше разных приложений для Dodo.js можно разработать. Это могут быть и базовые 1С интеграции, и что-то сложнее, например, уведомления о важных событиях, которые приходят прямо в мессенджер. Всякое может быть. Закончился перец, у бариста день рождения, клиент пожаловался. Сам за всем не уследишь. Но можно взять и куда более сложную задачу. Как насчет формирования расписания для сотрудников? Подобрать алгоритм, учесть все факторы, задача, над которой придется посидеть. Можно прикрутить email-ку, использовать замудренную математику и посмотреть, что получится. Мы работаем со всеми. Это команды партнеров, IT-компании и индивидуальные разработчики. В магазин приложений попадают только самые проверенные. Мы помогаем разработчикам превратить их решения из локальных наработок в масштабируемые приложения для сотни заведений в разных странах. Сделать Dodo.js открытой и расширяемой – большой вызов для нас. За 11 лет скопилось много препятствий, но сейчас мы закладываем принципы, по которым наша система будет развиваться в следующее десятилетие. И даже небольшие шаги на старте приносят ощутимые результаты. Партнеры развиваются, делают эффективнее свои заведения, не упираясь в наши ограничения. Они экономят миллионы в месяц за счет оптимизации процессов, сокращения ошибок. А для нас это возможность увидеть те области, до которых мы никогда не добирались, подчеркнуть идеи партнеров и помочь их распространить. А главное — сфокусироваться на развитии платформы для создания новых решений. За первые месяцы работы всего 3 платных приложения принесли разработчикам более 1 000 000 рублей выручки. Сейчас в магазине более 10 приложений. Есть, конечно, и бесплатные, их даже больше. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и готовим новые инструменты для расширения Dodo.js. Например, можно будет не только обменяться данными с ней, но и добавить свой виджет прямо в интерфейс. Не обязательно делать что-то там, вовне, дорабатывайте систему прямо изнутри. В магазин будут добавляться новые приложения, а мы будем увеличивать покрытие API и, конечно, ждем новых разработчиков с их идеями и решениями, чтобы вместе создавать крутые приложения.